Just look in my eyes, just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Здорово, пацаны. Я сейчас еду до гаража, и у нас мойку открыли самообслуживание. Хотя на улице март. Я думаю, стоит помыть машину. Just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Come on, guys, just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Yeah. Just look in my eyes, and you will see Russian paradise. Забыл совсем с вами поприветствоваться. Вы на канале Fancy Family Gang. С вами Никита. Никита, это я. И, как бы сказал один блогер, судя по заклеенным стеклам, ну нет, судя по тройке и то, что она еще ходит, с вами Никита. Короче, помыл машину, но не без косяков, конечно. Вот эти все капли, все вот эта дрянь, это все, конечно же, здесь есть, когда жигу моешь, это просто всегда бывает. Зато коврики помыл, кузов помыл. Я сегодня, если честно, вообще звонил на мойку перед выездом из дома, и мне сказали, что все занято. Я очень расстроился, сейчас ехал в гараж, и по пути в гараж есть мойка. Я так просто глаз на нее кинул, невзначай, открыто, не открыто. Смотрю, там тачки стоят. Я такой, ё-моё, что, открыли, что ли? И вы бы знали, какой для меня это был кайф. У меня было ужаснейшее настроение. Я ехал просто в грусти, в печали. И на эту секунду, мне это пиздец как подняло настроение. То, что мойка открыта, блядь, то, что я помою машину. Потому что сегодня мы будем заниматься тройкой. Будем приводить ее в чувство помаленьку. После зимы, конечно, пиздец просто, что с ней стало. Беспорядок в подвеске, беспорядок в движке, беспорядок в карбюраторе, беспорядок в трамблере, беспорядок в салоне, блядь, везде беспорядок, беспорядок по кузову. Из-за этого у меня в голове тоже полный беспорядок. Мне, если честно, прям даже неохота иной раз ехать там куда-нибудь на ней, потому что, ну, это пиздец, реально, во что она превратилась за зиму. Конечно, это все моя вина, да даже не вина, моей вины мало. В основном меня въебывались, ну, если судя по кузовным, конечно, элементам, а не я. Вот. Но, блядь, надо исправлять, надо помаленьку приводить ее в чувство к лету, к сезону. Хоть это уже и не летний автомобиль мой, а зимний, но все равно надо, чтобы машина выглядела красиво, и чтобы было не стыдно и не позорно на ней куда-либо выезжать. Ну а сейчас полный беспорядок. Как обычно это бывает, после хорошего всегда происходит плохое. Вопрос, нахуя тогда его закрывать, блядь? Как я сейчас должен, блядь, попасть в гараж, если сменился замок, блядь? Пиздец, ебать, просто. Блядь, ну хотя бы чистая, нахуй, хотя бы чистая. И на этом спасибо. Спасибо большое. Вот, послушайте. Фонарь, нахуй, он разбитый, блядь, вовсю. Вся в рыжиках. Пиздец, пацаны, крик души, нахуй, реально. Просто ебать. Жопка, конечно, секси. Кто бы что ни говорил, блядь, выглядит, конечно, сексуально. Метров так с 5. Все это дело подкрасим. Может, подшпаклюем. Блядь. Сука. Так. Но сразу скажу, что гараж я этот снимаю, и придется мне получать 2 ключа. Для хозяйки и для себя. Фух, ладно, это все мелочи, на самом деле. Неприятные, но мелочи. Так что едем за ключом. Я вообще, вот это вот ерунда сломалась, блядь. Надо новую купить. Сегодня у нас день прям такой, из крайности в крайности. 3 ключа получил. Один для себя, один для хозяйки гаража и один для Леона гаража. Леон, да, там
тоже снимает гараж, грубо говоря, его напротив. А день из крайности в крайности. Почему? Потому что сначала было плохое настроение. Увидел мойку, по-моему, машину, настроение улучшилось, приехал в гараж. Замок сменен, соответственно, мне надо куда-то ехать, настроение ухудшилось. Приехал сюда, заплатил еще 500 рублей за 3 ключа. Соответственно, настроение ухудшилось, когда замок стоит там рублей 800 максимум, да? А тут как бы за 3 ключа только 500 рублей. Плюс еще сколько там ячеек, с чем связана эта цена в 160 рублей, без понятия. Свет забыл включить, поморгали мне. И чё, заплатил я 500 рублей, и мне перечислили 1500 там, ну, должны были, короче. И я к чему это? То, что вот я расстроился, поехал, заплатил, расстроился, то, что мне надо куда-то ехать, отдавать деньги лишние, ни к чемушные, да? Но при этом мне вернули долг в этот же момент, про который я вообще забыл. И настроение опять улучшилось, что как бы, ну... По сути, я не потратил там, да, ничего, грубо говоря. Вот, не знаю, что там дальше у нас будет, какие приключения интересные. Сейчас будем выгонять копейку из гаража, ставить туда тройку и уже заниматься тройкой. Just look in my eyes and you will see Russian paradise. Ну вот как-то так я заезжаю в гараж всегда. Ну, на зиму специально жопу поднимал, но все равно нифига она не высокая. Ну что, как говорится, беда не приходит одна. За радостным моментом настал момент не сильно радостный. Посмотрите на этот дым. Это я копейку пытаюсь завести. Вот это. Ну да, после долгого простоя, конечно, что-то ей пиздец как трудно заводиться. Что странно, что всегда она заводилась нормально. В прошлый раз мы приезжали с Леоном, пытались ее запустить. Она не завелась, тоже такой дымоган напустила, напердела. Там, если честно, вообще дышать нечем. Сейчас немного проветрится, буду пробовать еще раз. А пока вот такой кадр у нас. Вот такой кадр. Честно, мне уже, блядь, надоело то, что она стоит здесь. Я уже хочу выехать, поставить ее на учет, нахуй отпилить пружины, ебать сюда какие-нибудь дисочки, поставить музычку неколхозную и с кайфом летом как простелить. Просто покайфовать. Но, а эту поставить в гараж и пусть стоит, отдыхает летом. Но я ее даже завести не могу. Сука. Под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. И ударились об землю небеса. И тогда я написал, Юля, не печаль, чтобы ты заплакала. И пусть учатали все одинаково. И пусть банально или талантливо. Ну как сумел, на гитаре сыграл и спел. Выпуск твой, ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел, на гитаре сыграл и спел. Медичок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково. И пусть банально и не талантливо. Ну как сумел, на гитаре сыграл и спел. Выпуск... Чтобы вы понимали, где я стою просто, да? Чтобы снять этот кадр. Я хотел тебе просто понравиться. И как сумел на гитаре сыграл. Черту завален учебный процесс. Папа с мамой в стрессе, весь болезнь. Опасно, конечно, стоит она. Я не доверяю ручникам, если честно. Смотрите. А? А? Ну это ли не навьё? Ну... Пусть их разумит пуля. Перемотаю пленку на 20 лет назад. Короче, она колесо спущенное у нее. И она на одну сторону прям косит. Косит прям хорошо, вот. Можно посмотреть. Видно. Но я все равно очень рад, что у меня получилось ее выгнать на улицу. Там, кстати, бензо мало, пиздец, может сейчас тут заглохнуть прям и все.
что-то стреляет там, непонятно что хочет. Звучат не все одинаково, и пусть банально и не таланты. В общем, осмелился я ее выгнать вот оттуда, там, потому что вот тут лед. Я думаю, ну для красивой картинки как бы можно. И блин, ребята, как она... Как она тихо работает, блядь. После тройки это вообще, конечно, небо и земля. Ну тишина вообще полная. А салончик, ну? Ну гляньте. Ну вот, косячок есть, конечно, это мы подошьем, подделаем. После химчисточки салончик, вай. Печечка тихо работает, сзади все, все по стоку, никакого колхоза. Все как надо. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Был такой же подфарник, но он, короче, на герметике держался и отлетел, когда мы меняли лампочки. Да, ну еще нету молдинга по порогам, потому что машина перекрашивалась, переваривалась. И, короче, молдинг решили не заморачиваться, не делать. Прикол-то в чем? Я заехать теперь не могу. Блядь, хуёво. Я спускался в надежде на то, что тут стоит советская резина, и на ней же ездили как-то зимой в Советском Союзе. Че-то, походу, придется кого-то звать, и, блядь, а тут даже дергать не за что, да? А, нет, есть. Спереди проушины есть. Придется, походу, кого-то звать, чтобы меня затащили, потому что сам я, блядь, не могу заехать. Сейчас попробую, конечно, но я думаю, что не, нихуя не получится. Я до сих пор заехать не могу. В общем, я сдался. Мне там буквально чуть-чуть не хватает. Я передними колесами уже на асфальт заезжаю. А жопой не хватает скорости. Был бы тут разгон больше. Тут еще разгон я вот оттуда брал. Заезжал вот так, то есть, и вот тут в поворот нахуй. Чтоб еще не въебаться, потому что она на лете, и разгонялся. И буквально капельку не хватает. Сейчас я позвонил Илюхе. Пусть пока она постоит на улице, подышит свежим воздухом. Илюха приедет и... подтолкнет ее маленько, я думаю, мы спокойно заедем. А мы пошли заниматься тройкой. Спустя сколько там? Минут 8, наверное, видео. Тройка заехала в гараж. Пиздец. Ой. Ну все, все, все. Как хорошо в гараже смотрится, а? Ну а мне вообще так нравится, когда тачки в гараже стоят. Просто, просто кайф. А тут у нас бледованская бледовка. Короче, начинаем делать тройку. Что хотим сделать? Во-первых, поменять лампочку. Чтобы поменять лампочку, нужно снять решетку, нужно снять очко. Очко снимается у меня там с молотком, поэтому будет маленько... Блядь, заморался. Кстати, мои летние диски. Будет маленько сложновато. Что хотел еще сделать? Заднюю лампочку поменять. Хотел тросик капота сделать, чтобы, блядь, он уже тоже работал. Нормально, адекватно. А то он через раз работает. Типа, ну вот, видите?
Вот, и что-то я еще... А, я хотел ее, в принципе, сегодня помыть, но это мы уже выполнили. В салоне надо будет убраться 100 пудов. Все это дерьмище разложить. Колонка сзади у меня моросит. Надо будет поменять колонку, подключить там, мавчик глянуть. Что у нас с мавчиком, потому что мавчик не работает. Я просто с блютуз колонкой езжу. Короче, блядь, все, погнали. Я уже не могу, нахуй, реально. Вы мне объясните, как можно вот это вот открутить. И вот это вот, блядь. И это все на лампах, блядь. Зато made in Polish. Извините, но у меня, сука, крик души. Я хотел открутить колонку поменять. Ёпта! Это что, шестигранники? Почему я их поставил на шестигранники, блядь? Мне смешно, пиздец, реально. О, сейчас будем искать шестигранник. Если не найдем, соответственно, не сможем поменять. Честно, бывают же такие дни, когда вот... Ну, типа, мелочи происходят, реально. Но вот все как будто не так. Вот сегодня, мне кажется... Именно такой день. Любви, если хочешь уйти, просто уходи. Знаете, что я, наверное, так и оставлю эту серию. Мы, конечно, сейчас еще чем-то займемся, что-то исправим, но... Наверное, я так и выложу, чтобы... Все же обычно выкладывают, что вот мы все сделали, все четко, все охуенно, все у нас получилось. Но никто не выкладывает, какими трудами это получилось. Тут что, как... Ну, вы поняли, да? Вот, я хочу показать вам жизненную жизу, когда все идет не так, как ты хочешь. Кстати, по поводу ручника, вот так он болтается. Полина, короче, сидела на пассажирском, дергала ручник, говорит, ну, типа, просто побалдеть, дай дерну, попробую. Я говорю, да без проблем, окей. И все, получается, она с пассажирского сидит и дергает не на меня, ну, типа, на меня, но чуть-чуть в свою сторону. И поскольку одной рукой она не может дергать, она дергала двумя. Короче, он немного погнулся. Погнулся в сторону пассажира, и я такой, блин, серьезно? Вот это качество, супер, спасибо. А если я его сильно дерну, блядь, он у меня оторвется вообще. Ладно, это, опять же, мелочи. Закрой глаза, побудь рядом. Кстати, много кто оценил мой крылочек. Кайфовый. Ну, а я продолжаю убираться в машине. Кстати, пацаны, у кого есть свои девчонки, сделайте им приятно. Поставьте зеркало. Приспустил. Дворнички приспустил. Наклейку теперь видно, давайте проверим. Я в начале видео говорил, то, что у меня тачка троит, карбюр работает плохо. Я все-таки решил полезть сюда, посмотреть, что же там не так. И вот это вот, понимаете? Было полностью откручено, и у меня крышка вот так просто ходила. Плюс четвертый бронепровод не до конца был надет. Сейчас я это все закручу, соберу и проверим. Кстати, менял фильтр. Где-то 1500 назад он весь высох. Просто высох. Он дубовый, вот смотрите, он рвется. Просто шляпа. Шляпа. Илюха добрался до меня. Всем привет. Сейчас будем пытаться ее все-таки заволочь туда как-нибудь. Буду брать разгон, а Илюха будет сзади ее подталкивать маленько. И надеюсь, у нас все получится. Все получится. Все на базе. Просто Илюха приехал, чуть-чуть ее подтолкнул, и она с первого раза заехала. Спасибо. Пожалуйста. Руки пожмем? Да, давай. Слезы – это соль, а потом вода. Очко снято. Фара снята, лампочку достали, перегорела. Меняем. Ну и как же без движений покрасочных? Надо же маленько тоже привести в порядок.
Берем вот так рыжик, хоп, закрашиваем, хоп, и рыжика нету. Все легко и просто. И любви такой. Решит монолог моей души. Ты Венера, я Земля, Ева, я любил тебя. Короче, мы тут молдинг устанавливаем, молдинги. На задних дверях он на правый и на левый. Короче, где поотлетали молдинги. Пытаемся их поставить. Там уже поставили, тут у нас получается крыло было замято. Мы его сейчас маленько выпрямили с помощью лопаты. И вроде как все четко встает, но пистонов нету. Надо заехать купить, поставить пистоны, поставить молдинг. И вот сюда клюшечку еще тоже поставить. Тут хорошо, что тут сохранилось крепление клюшки. Берем вот так. Все. Рихтовочные работы обращать. Это что, пацаны, у нас? Глушитель? Ага. И это еще не все. Вот это пиздец, пацаны. Оно, то есть, его можно просто оторвать, нахуй. Это я въебался в сугроб. И вот так жестко я его замял. Сейчас попробуем его маленько выпрямить. Решит монолог моей души. То есть, в принципе, если сильно ебануть, у меня отпоет крыло и выпадет бак. Ты теперь надолго с моим почерком. Я теперь надолго уйду в творчество. Закурю сигарету от голода. Я закурю сигарету на холоде, но завтра нас не будет в городе. Завтра нас не будет. Скажи, почему ты растеряна? В гелике грустное стерео. Все, что нас лечит, все временно. Ну что, братва, практически все, что я хотел сделать в этой серии, сделал. Осталось только заехать к электрику, посмотреть насчет маффуна, посмотреть коротыш, почему у меня не работает левый поворотник. Вообще, в принципе, все левые поворотники, потому что когда включаю поворотник, у меня выгорает предохранитель. Соответственно, где-то сидит короткое замыкание. Но это мы сделаем уже в следующей серии, либо я сделаю это за кадром. Также нужно будет поменять колонку. Вот как-то так, короче, все практически сделал. Подкрасил, машину помыл, убрался, лампочку поставил. Карбюратор, кстати, отрегулировал. Все работает четко. Ну, не смотрите, это у меня просто экспортные приборы стоят, и они плохо, короче, реагируют уже. Им все уже как бы. Все настроил, все работает хорошо. Это, наверное, была одна из главных моих проблем, с которой я боролся. Сегодня победил ее. Также хочу сказать вам спасибо огромное, то, что смотрите, то, что пишете комментарии, ставите большие пальцы вверх. Мне очень приятно. И я очень рад, то, что я могу снимать видео и могу показывать это кому-то. И кто-то это будет смотреть приятно из-за того, что я могу как-то выразить свою душу.
И мне на самом деле очень приятно это, потому что я могу как-то самовыразиться в этих видео. И приятно от того, что еще вы смотрите и поддерживаете. Короче, пацаны, огромный респект. Все, кто видит меня в городе, смело можете подходить, здороваться, не знаю, там, фоткаться. Вот недавно со мной фоткались. Я вообще в шоке был. Так что не стесняйтесь, подходите, я всегда открыт к общению. И всегда скажу вам спасибо за то, что подписаны, за то, что смотрите. В дальнейшем, конечно, хотелось бы вас как-то отблагодарить за это, но мы оставим это на потом, правильно? Ворвемся бурно и ярко. Всем спасибо. Всем пока.